Рейд по пьяным водителям завершился погоней. Вечером в пятницу на улице Некрасова водитель «Лады Гранта» в состоянии алкогольного опьянения не остановился по требованию сотрудника госавтоинспекции. Затем и вовсе прибавил газу и попытался скрыться. За нарушителем выехали несколько экипажей, дорогу перекрыли. Но все это только раззадорило водителя «Лады». Офицеры даже стреляли по колесам машины. В результате гонщик протаранил и повредил 5 машин ДПС и только после остановился. После задержания выяснилось, что прав у мужчины не было. Не так давно он вышел из мест лишения свободы. За пьяную езду привлекался и ранее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.